От я читав інтерв'ю з Трухановим, здається, Соня Кошкіна з ним говорила, «Лівий берег», і він каже, ну, приїхав Саакашвілі в Одесу, і там підходить до мене, каже, давай негайно будемо освітлювати всі будинки. Кажу, для чого? Він каже, ну, щоб всі побачили, що я тут в Одесі. А я йому відповідаю, це пряма мова Труханова, фактично, по пам'яті відтворюю. Каже, ну, ми тут це вклали в розвиток міста і реалізуємо це там протягом кількох років. Каже, що йому, мусив підсвічувати для Саакашвілі будинки? Через свою компанію. Вот разница. Как в Грузии мы освещали все сразу и не через мою компанию. А он хотел, чтобы под его компанию прописать тендер, под его компанию дорожный, потому там нет хорошего, это Шумахер прописать. Потому они не делают. Я ему действительно говорю, давай освятим, давайте до сезона освятим, чтобы люди увидели, что есть разница. Я почув это, доповнил это интервью. Я почув, дивіться, да. Далее я продолжу. Что, в принципе, тут дивитися на то, что происходит в Украине, ну, от ваши... З Грузії були делеговані Хатія та Ека. Так. Які, і поліція, вона в тому стані, і ви можете критикувати Авакова зараз. Ні, поліція не в тому ж стані. Поліція реально, вони поміняли, серйозно. Ну, это проделалось, знаете, как пляж почистить в одном месте. Не очистив все остальное, они ровно поменяли там, где заканчивались их полномочия в масштабах. Как только вышли за это, там надо было менять СБУ, прокуратуру, следственное отделение, МРЭО, поскольку ничего не поменялось почти. Ну, меняют ее там, а все равно их задушили. А что касается, я больше коротко скажу в Одессе. Одессе завтра, послезавтра я слышу, что туда едет президент Зеленский. Так вот, я очень надеюсь, что он не просто там так есть. Я очень хочу, чтобы он был успешен. Он наехал на этого Бориспольского какого-то сравнительно мелкого. Вы сами задали про этот эпизод, окей. Мелкого типа бандита, но там его ждет большой бандит, реально большой бандит Трухан. А вам подобается лексика, с якою там Зеленский звертався до секретаря Бориспольского места? Ну, это спорно. Спорно, конечно, но с другой стороны, я сам грешу этим, поэтому я не могу президента в этом обвинять. Ясно. Но я думаю, что тут нужен системный подход. Не в лексике дело, системный подход. А там чекает Трухан, про кого задал. Труханов намного больше вреда причинил, чем какой-то секретарь Бориспольского. Но Труханов это гораздо более укоренившийся. А кого ж тоді завтра Зеленский будет представлять? Я думаю, что Зеленский не представлять должен, а должен снимать Труханов. Я надеюсь, что он въедет. Так кого он представляет на учительника облдержадминистрации? Вы знаете? Я не знаю этого человека. Я знаю, что он по образованию слесарь, я этого человека не знаю. Мне говорят, что он был металлоломщик. Ну, так и кажут, Андрюша металлолом, все правильно. Я не знаю, кто он такой, что я его никогда не видел, или если не видел, но видел, не запомнил. Но, скорее всего, не видел. Но ситуация такая, что он тут, или он... Я, кстати, вчера объявил, что у нас четверг будет там большой митинг в Одессе. Я хочу сказать, что одесситов соберем. Покажем, что Одесса не то, что мафия, не просто вот эти. Не просто... Они ездили на сигналах по всей Одессе после этого суда, вышли как на парапете там Англии, этого Одесского кинофестиваля, просто красного этого ковра не было, только суда вышли, торжественно, весь орсовет вышел, все их тетушки, у них частная армия, которую он оплачивает из госбюджета, называют муниципальная полиция, такого даже на Донбассе не было. Реально там сепаратистская инфраструктура, даже не сепаратистская, это инфраструктура против законности вообще. Даже это, я не могу сказать, что она чисто антиукраинская, конечно, она антиукраинская, но она против законности. Я не против граждан. Они вытащили оттуда и сигналили целый вечер, целую почти до ночи ездили, и сигналили, и все одесситы сообщали, что мы вас поимели. Мы над вами одержали победу. Сейчас одесситы должны ответить. Их ответка будет выход в четверг 7-го Удюка, показать, что Одесса существует другая. Есть другая Одесса, а не их Одесса. Другая Одесса обязательно даже показать, но если до этого Зеленский снимет Труханова, это вообще речь вопрос, тогда им митинг не надо устраивать.